Скажем, слава Богу за дарованную нам жизнь Богом, за мирное, спокойное над нами небо, за приятное время, за общение друг с другом, за общение и с Богом. Слава Богу! Это милость явлена нам Богом. Сегодня мы слушаем свидетельство народа Божьего. Всякие переживания, какие народ Божий переживал, гонение и лишение свободы, переживал и милости Божьи, которые являл Господь. Но сегодня мы не обойдем мимо и того времени, которое уносит от нас это ужаса, который испытали многие евангельские труженики в сталинскую эпоху. Сегодня уже прошло 70 лет. 70 лет так это переживали. Для многих такая жизнь становится как будто очередным рассказом или вымыслом, но это правда. Сегодня есть и в нашем собрании дети тех батьков, которые страдали за евангельскую веру. Да. Вспоминая далекое прошлое, что пережили наши братья, что пережил и я, этот ужас, те страдания, то горе, что пережили ваши отцы, ваши деды. Мало уже осталось тех свидетелей, которые могли бы рассказать, что мы переживали за истину Божию, за евангельскую веру. А многие из них и не вернулись к своим родным, к женам, к детям, к матерям. Молодежь. Сегодня особенно касается много вашей жизни. Прошу вас, примите этот рассказ к своему сердцу и задумайтесь о своей жизни. Задумайтесь, дорогие молодые, о своей жизни. Я немного о себе расскажу. Мне было 18 лет, как я попал в лагерь в Сухобезводную на Лесоповал. А там было 30 лагерей, более их 15 Лесоповал и погрузка леса. Я как-то спрашиваю молодых ребят, сколько вам лет? Они говорят, 18 лет. Я смотрю на них. Такие молоденькие их лица. Думаю, таким был и я, когда меня осудили на 10 лет за отказ от оружия. Забрали в лагерь. Такие условия жизни. Голод. Холод. И непосиленный труд лесоповал. Там были не только наши братья, там было много преступников мира сего, но нам, особенно верующим, так как мы не знали лагерной жизни, а лагерная жизнь – это тайга. А так говорили старые лагерники, которые уже там пережили. Пожаловаться некому. И нас довели до такой жизни, что не было сил переступить через бревно, а особенно нас, молодых братья, крепко ослабели.
в кінці 44-го року, 55-х годів. Зимою мороз вище 40 градусів, а підйому 5 часов утра на завтрак. 5 часов – це що? Темно і темно. Но на завтрак вийдеш на двор, дышать невозможно от мороза. Поел этой баланды мисочку, если попала картошечка, то это хорошо. Получил 300 грамм хлеба, думаешь, как ее съесть. Правда, давали еще и на обед 200 грамм хлеба. Давали и вечером еще 200 грамм хлеба. Всего была пайка хлеба 700 грамм. Не успел зайти в барак, а тут же гонят на развод, на работу. Бо в 6 часов уже ты должен быть на вахте в воротах. Женуть на работу, идешь, еле передвигаешь ноги в этих бахилах, в лаптях, в этих шмотках лагерных. Для начальника лагеря лишь бы тебе вытолкнуть за ворота. Ты должен работать, а работать нету сил. А норму леса ты должен напилить. Но Бог видит страдания народов своего, посылает свою защиту. В этом лагере была начальником санитарной части женщина, вольнонаемная. По национальности еврейка, она много спасала наше братство. Говорила, я не допущу, чтобы богомолы пали. Она так называла нас, верующих, богомолами. А она имела силу и власть на это. Она выходила на развод в 6 часов утра и обсматривала всех, как кто одетый, как кто взутый, особенно кто крепко ослабел, оставляла в зоне, освобождала от работы. И делала комиссию. Приезжали из управления врачи и комиссовали людей и давали легкий труд. Ослабевших из лесоповала переводили на легкую работу, в дорожную бригаду или еще на какую другую. Но после окончание войны условие немножко изменилось на лучшее, бо разрешили высылать из дому посылки, и багато стали получать наше братство из дому допомогу, даже и вагоном привозили. Это была большая поддержка для нашего братства. Я так вкратце описал это ужасное время. Многим нашим верующим, так как я говорил теперь, особенно молоді, кажется очередным рассказом или вымыслом, но это правда, это не вымысел, это подтверждают и наши братья, которые сегодня с нами в собрании, что такую жизнь переживали их отцы, которые вернулись домой. Такую жизнь и пережил и я. Я хочу обратиться к вам еще, молодежь. О, как вы, дорогие наши дети, наши онуки счастливы, что вы не представляете такой жизни, какую переживал я, переживали ваши отцы, ваши деды. Сегодня, слава Богу, мы все имеем в нашей стране полную свободу для Слова Божьего, свободу на труд, свободу на учебу. Живем в достатке, в изобилии на наших столах, всего хватает. Это милость Божия, слава Ему. Всего, конечно, не расскажешь. Я так вкратце кое-что вам всем рассказал. Это только за 44 и 45 года, что переживали мы. А дальше это длинная история. Описать все эти
за 10 лет моего переживания за колючим дротом, то горнило испытание, которое постигло меня, то была б целая книга. Но Бог меня сохранил и до глубокой старости. Слава Богу! Что я сегодня могу стоять перед вами и рассказать всем вам о далеком пережитом мною и всей жизнь меня и вся жизнь моя из 18 лет по 28 прошла в лагере. А сегодня я вас всех поздравляю с Рождеством Христовым и с новым 2015 роком. Пусть Бог нас всех сохранит и поможет нам всем славить Его святое имя, бо есть за что славить нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.